Привет, друзья! Привет! Мы едем в магазин Майкл, чтобы подкупить кое-какой декор домой осенний. Угу. И плюс еще Сонечке нужен подарочек посмотреть, нужно подружке на день рождения. Подружки. Короче, мы не покупаем к Хэллоуину украшения, всякие страшилки. Мы покупаем чисто осенние декорации, листочки желтенькие, веночки желтенькие. Так, тут еще хэллоуинское продают. Все, 70% скидка сейчас. Пуговочки. Хватит его мять. Не трогай. Рождественская, да? Зачем тебе она? Когда она будет 70% скидка, тогда, может быть, я возьму. За это я готова только 70% скидку взять. Мы можем поставить на верхушку дерева? Вот это? Да. Нет. Мама, сюда. Мама, это можно на лампу вставить. На лампу, потому что пусто? Да. Это можно что это? Что-то поставить. Погоди, а та тоже пустая внутри, да? Да. То есть это можно на елку, да? Да. Я так понимаю, что это сделано, а здесь нету. Я так понимаю, что вот та, и которая еще вон там снеговик, можно на елку, на верхушку ставить. Смотрите, какие здесь елочки так все красивые. Красиво. Уже к Рождеству все выставили. Такая елочка $200. Это не настоящий снег. Да, это не настоящий снег. Класс. Нужно туда добавить воду, я думаю, и будет вот так. Будет так. А я думаю, что просто разбрасывать или нет? Мне нужно добавить воду. Добавить воду? Там нужно добавить воду. Мы, кстати, в этом году будем искусственную елку покупать, но попозже. А можно вот это тоже взять? Не сейчас. Так, а вот они цветочки, все, что я хотела для декорации. Все 70% скидка, и мне нужно букетик набрать. Смотрите, какие классные. Розы, смотри, какие красивые. Какая прелесть. Давай возьмем эти, одну из этих. Ну, мне вообще высокие нужны цвета, здесь маленькие. Здесь пойдем высокие. Там веночки посмотрим. А здесь высокие. Нет, это не высокие, высокие в другом месте. Мы, если что, сюда вернемся, если не найдем. Можем только поменьше. О, гляньте, какой венок на Рождество огромный. Ничего себе. Мам, у нас такой есть один? У нас маленький. Мама, смотри. Вот высокие, да? Типа гвоздички. Пойдем искать там. Ого, какие гирлянды дорогие. $25. Это будет стоить $7.5 одна гирлянда. Нет, тыквочки нам не нужны. Нам вот какой-нибудь что-нибудь вот такое бы. Гирлянда. Да. Это, если... А, ты смотри, сколько он стоит? Да, а сегодня она будет стоить $7.5. Мама, мы еще можем. Потому что скидка. Хотя нет. Нет, это маленькая. Маленькая. Веночки. Кстати, почем веночки? Сейчас $60, значит, 63, 17 долларов. Смотри, букетик маленький. Маленький. Я принцесса. Класс. Так, вот листочки. Это то, что мне нужно. Так, Сонечка, выбирай давай листочки, какие мы возьмем. Три пакетика какие-нибудь. Красненькие, желтенькие. Красненькие, желтенькие. И еще какой-нибудь один. Зелененький. Вот эти. Вот эти. И какие блестящие, классные. Так, 18 штук, а здесь по 21. Давай еще посмотрим. Совсем, может, зеленые есть. Вот, смотри. Давай еще вот эти возьмем. Зеленые. Из них можно будет гирлянды сделать. Да, вот это давай возьмем еще. Давай, 4 пакетика берем листиков. Гирлянды. Смотри, какая там. В форме тыквы подсвечник. Класс. Это красиво очень. У нас будет, ведь есть свечки, да? Так это нет, это не тыква, да? И смотри, что это тыква. Давай считать, что это яблоко. Нет, это дуб. Ладно. Класс. Сколько же он стоит? Он стоил $20, сейчас будет стоить $6 всего за подсвечник. Можно? Смотрите, какие цветочки. Так, а вот смотрите, целый букет еще, да? А, смотри, здесь смотри, какая. Классная. Мам, они искусственные? Ну, естественно. Смотри еще что. Ой. Ну, вот это мне не нравится, а вот эти классные. Хотя вот эти, если несколько взять разных цветов, они будут красивые. Вот эти цвета не очень. А вот те желтенькие, оранжевые, классные, возьмите. Слышь, что Соня делает? Возьмем. Желтые. Да, желтые, оранжевые. Желтые надо. Вот. И вот это держи. Надо желтую взять. Саня, мама, класс. Я хочу. Oh, the yellow one too. Взяли. Мама, у меня такие же. Вот. Так, мы пока, я пока еще не знаю, что мы будем им набрать. Давайте набираем все, что нравится, а потом отберем. Через 5 и... Держи, Никит, вот это тоже. Сейчас будем смотреть.
Так, а это сделать венки. Отдельные штуки. Класс. Не, мне вот эти нравятся. Вот эти классные нравятся. Ну, это с тыквами не надо. Это не тыква. А что это? Это скорбь, я думаю. Какой-то овощ. Класс. Здесь скорбный плант есть. Это вата, да? Вата. Вата растения. Растение ваты. Слушай, настоящие кукурузные, да, что ли? Да. Да, это настоящие кукурузные листки засушенные. Посмотрите на этого жениха с букетом. Так, а здесь чисто хэллоуинская вот эта вот страсть. Вообще кошмар. Кладбищенская. Что такое? Муха. Зачем? Мама, давай пойдем сюда. Сейчас я сниму вот эту вот вазочка. Для праха как будто. Подсвечники. Ой, вот это вообще отдел такой жуткий. Какой-то кот. Черный кот в шляпе. Черный кот. А вот смотрите, какая летучая мышь страшная. Мам, правда, гадость. Бывают такие огромные мыши летучие, правда? Нет. Не бывают. А это костюмы, да? Да, я думаю. Нет, это вешать просто, да, фигуры? Это что, комнату нужно поставить рядом с окном, чтобы было страшно. Красавец. Это может быть девочка тоже. Что, уберите, да не может быть никем. Кости, черепа. Пойдемте сюда. Пошли в красоту лучше. Пойдем отсюда. Я боюсь. Все. А это уже Крисмас пошел, Рождество. Смотри, какая красота. Да, вот эта аллея классная. Все красиво очень. Так, ну на Рождество мы потом будем. Нам нужно разобраться с Днем Благодарения. Почему у нас здесь вот такие вот просто веточки, они для веночка? Это нужно их украшать тоже. $20, получается $6 один. Нужно, если нужно это украшать. Да, вот это все для украшения. Смотрите, это вот все для украшения вот этого венка. Так одевается, потом все закручивается. Мам, вот эти можем закрыть. А это, да, проволока, да? Мам, они все такие коричневые. Хорошая проволока, слушай. Все коричневые, одна золотая. Так, вот здесь еще, да, что-то есть? Ой, колесочка. Пипикика. Ну, смотри, какая красивая. Можешь взять? Хочешь, подари подружке на день рождения? Если хочешь. Да, давай. Свечки туда ставить. А, посмотри. Пипика. Без глаза. Покажи. Ну там лисичка еще есть. Смотри, какие фонарики, все на сейле. Мама. 70% скидка, все. Смотри. Это блюдо какое-то. Труба. О, я боюсь, мама. Смотри, какая классная штучка. Здесь труба какая. Она свечки на нас вставляет, да? Да, это можно туда. Вешаешь свечку, вставляешь и зажигаешь. Я маме такое подарю. 5,99. Вот, может тыкву такую? Подержи. Красивенько. Пошли мы там посмотрим. Мама. Что это вот это такое, дети? Наклейки какие-то или что это? Да, наклейки. Это на стены, да? Да. А, на окно. На окно наклейки? Да, это на окно. Давайте мы в ливинруме наклеим. Возьмем? Одну или две? Две. Мама. А там еще что-нибудь есть? Смотри. Смотри, какая. Не, посмотри, это есть что-то. А вот такие. Да, это. А, у тебя есть, да, такая? Вот эту мы взяли. Вот такую. Это на окна все наклеивать надо будет. Угу. И вот такую индейку. Мы наклеим ее в нашем дайнем эре столовой. Смотри, мам. Это хэллоуинские наклейки на окна. Так, Тоня подружке на день рождения решила подарить эту совенку и лисичка. Трубка, Минька, лисичка. Ну, мы сейчас еще что-нибудь посмотрим, потому что мне как-то не очень твой подарок нравится. Mm-hmm. Главное, чтобы тебе, конечно, нравился, но мы сейчас еще поищем. Так, все-таки я склоняюсь взять одну вот такую гирлянду нам домой. Да. Мы ее тоже повесим в дайнем рум. Да, смотрите, какой у нее размер. Можно ее подвесить? Оно несколько пилом, да? Я хочу еще вот что-нибудь вот такое взять, каких-нибудь ягодок. Смотрите, какие классные вот смотреть. Давай возьмем. Да, вот эти обязательно ягодки надо. Смотри, красота. И нужно что-нибудь каким-нибудь еще с листиками, не с лепестками с желтыми, а с листиками с какими-нибудь желтенькими, зелененькими. О, так, подождите. Упс. Ой, это.
Посмотрите, как вам вот это, нормально, как вы думаете? Или это хэллоуинская? Красиво. Это эти бледные розы, не хэллоуинские? Это даже на хэллоуинском. Это не хэллоуинская совсем. Да? Какая прелесть. Может, возьмем? А, нет, вот эти, наверное, лучше. Вот, смотрите, белые. Точно. Их больше? Смотри, какой целый букетище. Супер. Вот эти обязательно взять, пионы или как там, георгины. Мама, давай, а давай. А вот те серые вместе убирайте, они мне не нравятся. Мама, давай все вместе. Могильные какие-то. Давай, сейчас, бери. Давай, я уберу. Да, могильные. А, вот что я хотела. Какие-нибудь просто, как типа веточка. Слушайте, у нас уже держать негде. Я могу держаться, мам. Я могу все равно держать. Желтые цветочки, мам, посмотри. Желтые цветочки. Желтые? Да я уже, мне кажется, взяла желтые или нет? Нет, не брала пока. Смотри, у Лизы веник. Так, я думаю, что все, достаточно. Давай из того, что мы взяли, попробуем букет составить. И посмотрим, что из этого выйдет. Пошли, в сторонку отойдем. Смотри, уже какой огромный. Вот эти желтые не очень хорошо. Да? Да, короче, один вот такой букетик получился у нас. Но я сомневаюсь, розы или вот эти вот цветочки. Коль, давай поменяем сейчас, посмотрим, как будет с розами. И с розами, да? Или это не розы, я не знаю. Роза, наверное, да? Я даже не знаю, какой лучше. Просто вот это. Вот это, да? Да. Прекрасно. Ну, давайте с этим. Такое темное, все осеннее, такое, да? Все классное, да. Остановились вот на таком букетике. Да, красиво. Классно. Очень. Мы решили этот подсвечник не брать, потому что у меня дома полно подсвечников, подходящих под этот, под декоры, под этот. Берем листочки, на стены будем развешивать гирлянду, наклейки на окна, букет. Соня вот такую лисичку пока взяла. Ну, пойдем еще что-нибудь поищем, потому что это не серьезный подарок. Ну, да, это просто маленький. Это так, просто. Сонечка, в какой отдел хоть представляешь? Мягкие игрушки или поделки какие-нибудь? Мягкие игрушки. Пойдем. А потом поделки посмотрим. Пошли. Поделки на Хэллоуин. Вот что-то вот такое, да, можно смастерить. Страшненькое пико. Вот смотрите, для поделок эти проволочки мохнатые. А здесь всякие глазки. Кстати, они стоят всего, представляете, сейчас $2.5 вот такой набор. О, смотри, мам, какие там шарики. Смотри, какие шарики, Соня, там. Мама, смотри. Мам. Глазки. Не нужен вам поделки делать? Смотрите. Индейки, желуди, тыквы. Мама, смотри. На День Благодарения можно сделать веночек, да? Ага, давай. Вот стыкаешь. Давай. Слушайте, давайте вот такой набор возьмем. Смотри, да, какой хороший. Да. Это да. Можно будет наклеивать куда хочешь. Покажи мне, мам. Вот. Всякие листочки. Ну и какая рука. Ужас. Там кровавая. Белый такой. Не настоящая рука, это просто. Соня, все знают, что настоящий. Не настоящий. А вот очки тыквенные. Шляпка тыквенная. Смотрите. Мексиканские. Скелеты мексиканцы. Смотри, что. Прям милота. А это что? Мексиканец какой-то. Да. Вот цветы, которые я искала, дети. Это большие ветки. Смотри, какие подсолнухи. Сонечек, подержи этот подсолнух, чтобы было видно мне его. Какой он большой. Класс. Это высокую вазу надо. Надо взять. Какая прелесть, ребята. Это просто какая-то красота. Смотрите. Мам, мы уже такую взяли. Да, мы уже взяли. Нет, дети, у нас или вот такой букет будет, или из больших. Выбирайте. Мы, короче, приблизительно на одну сумму набрали. Это вот. 22, это 20. Да, только эти длинные. Соня, покажи, какие у нее длинные эти стебли. А, да, они еще красивее. А у Коли покажи, Коль, какие они у тебя. Да нет, такие. Но с учетом того, что у нас будет ваза большая, не будет видно стебли. Их можно будет большую вазу все равно поставить. Ага. Вот я не знаю, какой нам брать, длинные или короткие. Нам два букета не надо. Красивее. Здесь можно подрезать все равно. Да? Да. Мам, вот эти. Просто мне там синие не нравятся. Вот да, этот, ну, давай уберем синий. Синий какой-нибудь надо добавить. Слушайте, у меня прям просто сердце разрывается, и мне и другое нравится. Какие надо красивее, два брать. Это зрители сейчас подумают. Ага, пока не подумают, нам надо уже будет купить. А теперь так, вверх подними их, высоту если. Ну, тут более осенний выглядит. Нет, вот этот. Вот этот больше нравится? Дети, вам какой больше нравится? Мне больше нравится маленький. Маленький, Соня. Мне вот этот нравится. Коль, тебе какой больше? Большой. Вот, Никит, решай. Он какой сказал букет? Маленький. Маленький. Маленький выиграл. Выкинула.
Короче, я все-таки склонилась вот на это, потому что у меня дома еще такого же размера есть цветы. Я добавлю, будет вообще шикарный букет. И высокая всегда красиво. Синий он, не осенний. Все, вот так пойдем, так нормально. Так, друзья, если вам понравился этот букет, то поставьте лайки. Будет на новом столе у нас на кухне, на обеденном, на новом столе будет шикарно смотреться букет. Ну что, новый скоро придет? На следующей неделе. Мам. Это для камешки, вазы, да? Это вазу ставить, чтобы так было красивее. И класс. И, да. А представляешь, какой это будет красивый слайм? Смотри. С этими, штучками. Саня, а вот такое ничего ей не нравится? Брелочки, посмотри, какая прелесть. Ой, какой бузик. Ой, мне вот такие нравятся штучки, какие классные. Не нравится ничего, да? И вот такое не нравится, котенок. Это брелочек. Это что? А здесь смотри еще, видишь, это телефон заряжать штучка. Давай это возьмем. Попробуем, какая мягенькая. Как настоящая кошка. Слушай, она внутри какая-то там что-то металлическое. Да, это я думала, оно собирает электричество внутри, а потом можно подсоединиться и будет заряжать. Там аккумулятор, да? Да, там собирается электричество, а потом можно заряжать так. Домой пришел, к компьютеру подсоединил, и она заряжается, да? Да. Будешь брать такой? Это A. Мне тоже нужен такой. Но миленький телефон свой. Но миленький. Так, цвет точно черный? Да, и смотри, кошачьи ушки. Оно миленькое очень, я точно должна взять. Так, все, отсюда больше ничего не будешь брать, да? Я думаю, что в другом магазине потом еще где-нибудь что-нибудь подкупим и открытку еще подарочек. Пока пойдемте за это заплатим. Идем платить? Да! Все, погнали. Так, ну что, мы накупили много крутых покупочек. Теперь дождемся, когда нам стол привезут. И тогда сделаем все очень красиво. Ко Дню Благодарения. У нас будет по-синим очень красиво. Все красиво очень будет. Очень красиво. Дорогие зрители, на этом все. Если вам понравилось наше видео, то... Поставьте лайки! Спасибо, что вы все это время были с нами. До свидания!